Запрещено, что нормально. В результате того, что человек его прочтет, он куда-то может пойти что-то делать конкретно. То есть там он прочтет, он пойдет. Я не соглашусь, потому что это просто картинки. Мы с вами просто бумага. Не хотим найти конструктивный диалог. Я с вами ищу конструктивный диалог. Аргумент относительно лавочек. Да? То есть, что лавочки, там, муниципальная собственность, люди должны сидеть. Я признаю, мы здесь поправим. Вы сейчас поставим на фоль. Не надо там поставить. Вы сверточку поставить. Можно повысить деревья, поставить так, главное, чтобы люди не было хотели. Ты никто не слышишь. Ну вот, и все, и что нормально. Приказы Хотите, можете про нас какую-нибудь карикатуру зарисовать. Закон-то не нарушен. Скажите конкретно. Это дворник Дед Мороз вообще. Вот когда мы с этой выставкой непосредственно никого там не нарисовали, кого не следует, так что все нормально. Вы пойдете, а может не пойдете. Движение на стане чего? Давайте позвоним.